Тюменские семьи запустили флешмоб «Передай привет всей семьей». Суть его в том, чтобы объединить участников федерального проекта всей семьей из разных городов и регионов. Семьи посредством телемоста посылают друг другу приветы и желают удачи в конкурсе. К слову, он заключается в том, чтобы выполнить несложные задания и выложить в соцсети с хэштегом «Всей семьей». Тюменцы передали эстафету в Ростовскую область, город Белая Калитва. В планах подключить к флешмобу максимальное число городов. 40 городов у нас объединилось, и мы одна большая семья российская, которая участвует вот в этом проекте и ценит, проводит время со своими детьми. Это самая главная ценность жизни, которую нужно беречь, которую нужно дорожить. Это ценнее семьи ничего в жизни быть не может. Сейчас год семьи, и для нас это большой такой мотивационный момент, охватить как можно больше, да, разных конкурсов. Да. Мы участвуем не в этом, только мы участвуем в разных конкурсах. Но мы не просто участвуем, мы участвуем, мы хотим победы, мы хотим победы. Мы еще не победили, мы только идем. Обязательно поедем на финал.